Посмотрела сторис в Инстаграме одной своей знакомой, которая очень гордилась, что не так давно сделала губы. Причем это так интересно было, она как бы, ну, типа, гордилась, хазувалась этим фактом, вот. Но, тем не менее, она это делала как-то немножечко неловко, как бы, знаете, как будто немножко все равно виновата. То есть она прям видно, что она прям гордится, то все, но как только кто-то спрашивает об этом факте, она сразу делает какое-то странное виноватое лицо. И вот я очень много говорила о том, что я против наращивания губ и так далее, да, каких-то вкалываний, чего-то там в лицо, вот подтяжек и всех прочих манипуляций по омоложению. И при этом я сейчас вижу, что сначала ее губы были нормальными, а теперь у нее какие-то две шишки. Одна на верхней губе, вторая на нижней губе. И губы видно, что они как будто горят и как будто хотят лопнуть. Ну ладно, это лично мое мнение, но мне кажется, это ужасно. Я уже говорила все свои моменты, почему я против и так далее и тому подобное. Но блин, ну там шишки. Одна шишка прям шишка видно, прям как черяк на верхней губе и вторая на нижней губе. Это так должно быть, это нормально, оно рассосется. Если этого изначально не было, это появилось впоследствии, типа, оно куда-то денется, это вообще нормально иметь вот эти шишки на губах? Это красиво? Оно так и должно быть? Оно куда-то денется? Или это ненормально? А как часто такое бывает вообще, в принципе? То есть как часто такое происходит вообще у девушек, когда они себе наращивают губы?